Привет! 105-й день моего марафона. Ну, на марафон я хожу без всяких замедлений. Ну вот, как насчет планов что-то еще делать для себя, у меня как-то идет напряг. Идет какой-то... Знаю, что надо планировать, надо писать. Я уже пробовала планировать. Пробовала 3, 2, 1 и начинать что-то делать, то, что нужно. Чтоб сказать, времени нету, не хватает за день времени на себя. Да, можно посмотреть, сколько я с подругами иногда говорю по телефону, то это время можно найти. Вот. Для чего время? Например, ишакрию. Или там 15-минутную зарядку с дыханием. В общем, как-то я раньше делала, сейчас даже это не делаю. Вот. Нужно. Так что вот торжественно клянусь сама себе. Выделять 15 минут на ишакрию, 15 минут на зарядку здоровья с дыханием. Что еще? Очень-очень такие элементарные вещи, и чего-то они не делаются. Надо как-то себе заставить. Еще что я не делаю, что планировала. 5 минут лежать, под спиной валик ложить. Это для спины и для живота, чтобы уходил, как говорится, толстый живот. 5 минут полежать, не находится времени. Вот. И еще 4 минуты не находится. 2 минуты для одной руки, 2 минуты для второй руки. Для подтяжки трицепсов. Я, конечно, в шоке с себя. Ну... Вот это вот как-то надо себе заставить, чтобы это вошло в привычку. Вот. Что у меня вошло в привычку? У меня в капитальную привычку вошло утром просынаюсь и делаю постельную зарядку. В постели лежа с закрытыми глазами, да? Да. Вот это у меня вошло уже больше года в привычку. Потом идет у меня, потом я сажусь и делаю самомассаж. Иногда даже тоже с закрытыми глазами. Но массаж начинается... Массаж вообще-то я для головы это делаю, шеи, головы. Но начинаю его с пальчиков. В общем, с ног, с пяток, с ног. Вот. Еще подключила к этому же зарядку для пальцев, там определенная такая зарядка пальцев ног от косточки. Вот это у меня уже в такую привычку вошло больше года, что если мне нужно встать в 5 часов утра, то я встану в 4, лишь бы сделать свою эту зарядку. Да, постельная зарядка. Постельная зарядка, у меня еще подключились всякие интересные моменты, я повыдумывала сама. И обминание живота, обминание органов. Вот. Это у меня уже, я могу похвастаться, такая привычка. Но вот такие маленькие, элементарные, полезные, как ишакрия. И зарядка, вот эта пред-йога такая есть.
комплекс. Тоже 15 минут. И дыхание там, и лежание звездочкой. Ну, в общем, очень полезное такое вот. И тоже 15 минут. Ну, как бы это себе найти 30 и еще 5 минут для живота и 4 минуты для трицепсов. Тридцать девять минут, да? Так что буду искать 39 минут в день, где мне взять, чтобы себя заставлять очень нужные упражнения делать. Вот в Facebook не залазить. Не залазить в Facebook. Ой, как затягивает. Там пришлют картинку, там открыть. Что тебе прислали? А что прислали? Картинку с праздником. С добрым утром. Короче, я нашла. Я нашла время для этого. Для своего. Не буду заходить в Facebook. Вот как только мысль про Facebook, сразу оба зарядку, оба дыхание, оба подтягиваем трицепсы. Так и сделаю. Обещание даю сама себе. Так. Сегодня 105-й день моего марафона. Как-то проконтролирует вопрос, начала я этим заниматься или нет. Пока-пока.